Смотрите, я сейчас вам от начала включу. Я опять на телефон. Они друг на друга перекидывают от страха, боятся в кафе зайти. Давайте пройдем. Пойдемте, пройдем вместе лучше. Пойдемте-то. Вот сейчас, когда к кафе подойдем. Понятно, дело не выходит. Слушайте, как они будут друг друга перекидывать. Это чиновники? Нет, там его. Они боятся. Законов не знает, боятся. Вы закрывайте, забирайте, все иди. Пойдемте. Слушайте, вот здесь вот момент. Я вам просто его закину сейчас. Пускай дадут ответ тебе. Почему они так боятся? Я ничего не говорю, что понял. Нам надо открыть торчок. Просто крепить через. Ну, вот, пожалуйста, если вы с ним догадимы, то вас тоже сказали, пожалуйста, сделайте так. Ну, он сказал, нет, я не знаю. А почему зам Акимов должен договариваться, если вам платят за это вы? Нам не платят за это. Вы исполняющий орган, вы же бесплатно не работаете. У нас не написано же. Вызовите сюда. Внутри заходить. Пойдемте, пройдите посмотреть, как там воняет. Видите, вам даже неприятно. А я каждый день с хлебом прохожу там. Это получается, тогда лишайте лицензии в магазин кафе. Зачем вы даете разрешение на открытие кафе? Пойдемте посмотрите. Пошлите. Вот смотрите, далеко идти не будем. Смотрите, какой мусор при вас показываю. Вот салфетки. Вот пошлите. Вот при вас покажу сейчас. Сейчас вот. Смотрите, это все, как говорится, вот он туалет. Здесь постоянно вонь, постоянно. На столб забили еще надпись. Это же ненормально. И вы говорите, мы не можем. Тогда лишайте. Можем зайти на его территорию, это его частная собственность. Я понимаю. Я понимаю, где-то вот здесь он стоял. Нет, подождите. Азиз Мусаевич, вы правильно говорили. Да. Я везде правильно говорю. Смотрите, вы тогда лишайте лицензии данное кафе, потому что этот туалет не должен быть. Закон есть. Унитаз пусть ставят. Потом смотрели. Я видео им предоставил, где нет, вот здесь я прям... предоставляете, вы же пишете нам заявление. Писал? Вот им надо написать. Я же блок министра здравоохранения. А скандал почему у меня в Акимате был? Вы не смотрели видео? Скандал в Акимате у меня был. Вы вот. На это тоже. Вы не просто вы не смотрите, реагируете. Вы смотрите, Азиз Мусаевич, я говорю... У них это территория для посетителей. Туалет на этой территории. Пускай убирает, запах идет. Мы же ничего не можем запах. Даже проверить мы не можем. Вот вам и бардак. Еще хозяйка кафе говорит, что пусть с улицы заходят. Смотрите. Видите, по улице можно. Через мой двор, говорит, чтобы все люди ходили. Бардак в этой стране, потому что это не жена Казахстан. Старый Казахстан с новым президентом. И чиновники старые, которые ни хрена не разбирают о своих прямых обязательствах.